я понимаю, если 19 человек имеем опыт тем, что на это 32 человека, скорее всего, еще двое или трое нападет, Александр Ильич сказал, что скоро должен быть, не знаю, может быть, другие студенты части, но, по крайней мере, обещал частично сегодня участвовать в нашем заседании. Поэтому у нас форум есть, мы можем начинать наше заседание. Первое, наверное, полноценное заседание наблюдательного совета после прошлогодних, проблем. Всем, у всех есть, насколько я понимаю, материалы, да? У всех есть материалы. Просьба посмотреть еще раз быстро на повестку, которая предложена. Она длинная, достаточно долго полноценно сегодня поработать. И есть вопросы по повестке предлагаемой. Есть ли необходимость ее корректировки? Или все нормально? Нет вопросов по повестке? Хорошо, тогда читаем повестку одобренную и начинаем с первого вопроса отчет о деятельности Российской Шахматной Федерации за последний год до сегодняшней даты. Докладчик Илья Ильич. Технически. А ты всем, да, управляешь? Ты в чем числе? Экономия издержек. Такого даже не знаю. Да, просьба, поскольку у нас 22 повестки дня, достаточно компактно докладывать. Так, писать будем по каждому вопросу. Компактно докладывать, сколько минут нужно на первый доклад? Я думаю, что у нас каждый вопрос больше 5 минут, иначе мы... Да, каждый вопрос... Ну, первый отчет может быть там 7 минут, да, будем стараться укладываться в 5-7 минут регламент по каждому вопросу. Да, доброе утро еще раз всем. Значит, по организационным вопросам, по результатам за 2010, мы обозначили это как февраль 2010, февраль 2011, новая команда приступила к работе, по сути, с начала июля, поэтому предыдущую часть мы как бы обобщим. В связи со всеми этими событиями у нас некоторое время отсутствовал как таковой штат сотрудников Федерации, поскольку предыдущий штат ушел, а новый еще не пришел. Удалось достаточно быстро сформировать рабочую команду, которая где-то уже в середине августа приступила к работе. Проведен, как вы помните, съезд, в устав внесены необходимые изменения для нормального функционирования, всего связанного, в частности, там, с деятельностью НАП-совета, управления, личным членством Федерации и так далее. Утвержден ЕВСК, то, что произошло на больше, чем на полгода позже, чем надо. Основной документ, по которому присваиваются звания, разряды и так далее. Мы достаточно оперативно внедрили некоторые внутренние вещи, систему финансового планирования, учета, об этом подробнее еще позже скажем. То есть, по сути, основной аспект был восстановление нормального функционирования Федерации как организационной структуры. Возьми,